Бобруйчане в предвкушении незабываемого вечера. На территории Дворца искусств многолюдно. Кто-то рассматривает военную технику, кто-то делает фото на память. После первого звонка зрители спешат в зал. Впереди полтора часа всем знакомых военных песен в исполнении звезды белорусской эстрады и ансамбля вооруженных сил Беларуси. Алихно я знаю, знал его деда и знал его даже отца. Поэтому я с интересом послушаю, может, запишу даже, взял с собой этот самый магнитофон. В зале неподдельные эмоции. Каждая песня откликается в сердцах слушателей. Одни аплодируют, другие снимают концерт на смартфоны. Но в центре внимания сегодня ветераны войны. Руслан Алихно от всего сердца поздравляет их с наступающим Днем Победы и благодарит за верную службу своей родине. Очень ответственно выступать в родном городе, когда в зале все знакомые, которые знают меня, а когда знают человека, уже предвзятые отношения. И всегда, выходя на сцену города Бобруйска, вы понимаете, в чем дело, всегда ощущаешь особое волнение, такое, как нигде. И зритель, конечно же, в городе любимый, почитаемый. И, как в моей песне есть, такие слова необыкновенные. Наш земляк и почетный гражданин города делает бобруйчанам настоящий подарок. В репертуаре «Темная ночь», «День Победы», «Эх, дороги», «Смуглянка» и даже «Катюша». Военный хит певец исполняет в сопровождении знаменитого оркестра. Пусть он вспомнит девушку на сцене, пусть услышит, как она поет. Знакомые каждому строчки звучат в зале, подпевает зритель. И совсем не по программе Руслан Алихно выходит на бис. Для родного города это лишь в радость. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галионко, Бобруйск 360.